наша Марина, маленькая такая Марина, готовится к ухудшению погоды. Ветер придет с юга, вот с той стороны. Местные жители, они устраивают такие вот перегородки, у которых низина дома. Да, и укрепляют еще мешками с песком вот так. То есть они серьезно готовятся. А муравьи, раньше были тропки такие, очень протоптанные, прямо асфальт. А тут они делают такие, как кальдера, что ли, как вулкан. Вот и... Да, то есть внутрь вот такая воронка, где они там живут, типа. А сверху вот такая насыпь, как песок. И вот прямо, знаешь, вот вид был как этот, как вулканический какой-то, не знаю, остров что-то такое. И у меня руки были заняты, телефон не работал, и снять не на что. Муравьи прячутся от дождя вот таким способом. То есть они сейчас вот строят вот такие щели. Ну это сейчас, скорее всего, вот видите, таскают. И они потом вот так вот закупоривают свои жилища. Дождь им не страшен. Местная рыба прячется в реке от шторма. Это просто какой-то кошмар. Не то что много, ее очень много. Сейчас. Пойдем. Ага. Там рыбы не будет. Вижу, Таня. Все, побежали, дождь идет. Укрываемся. Рыба, видимо, готовится к сегодняшнему второй части армагеддонского балета. Армагеддонский балет, это точно. Это про нас. А мы идем гулять дальше. О. Вот так непогода пережидается на улице, на земле. Даже местами град. Количестве. Нет, это как это? Летающие муравьи. Вот целый тент. Решили спрятаться от дождя, видимо. Не, по-моему, уже не очень живые.
что происходит. Здесь за островом достаточно тихо, спокойно. Это аэропорт Тивата. Тут тоже как бы так спокойно. Остров защищает эту акваторию. А здесь уже ветерок ощущается. Вот так, друзья, и живем. То не погода, то погода. Посмотрите сейчас, какая красота. Это просто наслаждение. Чистый воздух, море, горы. Посмотрите, как видны горы сегодня. Это просто красивое место. Удивительная бухта. И я хочу сказать, что сегодня будет тоже усиление ветра. Но я думаю, мы его переживем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.